Опасная оттепель. На днях в поселке Агролес рухнула часть кровли многоквартирного дома по адресу Мичурина, 8. Шифер сошел прямо вместе со снегом. Об этом корреспонденты ТВК рассказывали в предыдущих выпусках новостей. Крышу от снега не очищают, отсюда и проблемы, говорили жители дома. Подобное происшествие случалось и ранее. Также съехал вместе со снегом воздуховод, который сделан из кирпича. Сегодня мы получили официальные комментарии должностных лиц. Дом Мичурина, 8, 1978 года постройки. Крыша изрядно прохудилась. Добавляет проблем и то, что управляющая компания, как говорят местные, практически не чистит кровлю от снега. Они пришли и только тогда прочистили, когда уже было поздно. И все, и после этого, естественно, началось бурное таяние, у нас все полетело вниз. В этой двухэтажке в основном живут пенсионеры. В управляющей компании жителям сказали, что необходимо делать независимую экспертизу, стоимость которой свыше 70 тысяч рублей за счет собственников. Исполняющий обязанности главы Мичуринского сельсовета подтвердил, без экспертизы не обойтись. И рассказал, что этот дом находится в непосредственном управлении. Это значит, что жители должны сами принимать решения по содержанию своего дома. В том случае, когда компания не выполняет свои обязательства, то жители, опять же, общим собранием, протоколом могут выбрать любую другую компанию. Старшие по дому в устной форме было предложено собрать общее собрание и общим собранием принять решение о привлечении организации, которая могла бы им сделать оценку состояния данной крыши. На сайте Фонда модернизации ЖКХ в разделе «Региональная программа» есть вся информация о будущих ремонтах как на ближайшие 3 года по краткосрочному плану, так и полная ее версия до 2043 года. Состояние дома по адресу Мичурина, 8, здесь обозначено как исправное. Сроки отремонтировать крышу 2032-34 годы. Жители задаются вопросом, а дождется ли прохудившая кровля долгожданного ремонта. Как рассказали в Мичуринском сельсовете, если экспертиза покажет, что крыша находится в изношенном состоянии, тогда жителям необходимо обращаться в Фонд модернизации ЖКХ. И тогда есть вероятность, что сроки капитального ремонта будут перенесены. Однако вопрос остается по-прежнему открытым. Где, говорю, с каких я с пенсионеров возьму 70-80 тысяч? Да это просто нереально. И они сказали, ну это ваши трудности, тогда мы вам ничем вообще помочь не можем. А делать, ну будем латать. А что там латать, когда там пол крыши? Ну не пол крыши, а четверть крыши съехала.